29 августа в 13:00 по московскому времени было эвакуировано родильное отделение университетской клиники КФУ. С чем связана тревога, попробуем выяснить прямо сейчас. В процессе эвакуации мы узнали, что тревога является учебной. По ее плану очаг возгорания был на крыше. Эта работа ведется на регулярной основе. Примером тому, вернее, причиной этого является большие трагедии, которые мы наблюдаем в средствах массовой информации. И крайне важным для нас является сбережение каждой жизни нашего пациента и каждого нашего сотрудника. По замыслу учений, значит, в здании будет находиться роженица в родильном отделении. Когда будет идти операция, значит, и будут отработаны действия медперсонала по своим знаниям и по руководству эвакуации, а также что в этом случае делать, когда вот в здании остались люди и нельзя их эвакуировать на улицу. После сообщения срочно покинуть здание, в его стенах моментально распахнули все запасные выходы. Всего лишь несколько минут хватило, чтобы эвакуировать целое здание университетской клиники КФУ. И это хороший результат. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.